Израиле сегодня, в субботу вечером, говорю о том, что в торгово-промышленной палате сегодня действительно день Мурманской области. Потому что с утра прошло два очень важных, я считаю, таких круглых стола, заседание комитетов торгово-промышленной палаты с участием большой делегации Мурманской области по транспорту и логистике, по туризму, по развитию. И в 15 часов у нас состоится большая презентация Мурманской области. У нас традиционно в торгово-промышленной палате проходят презентации крупных субъектов Российской Федерации. И главным образом, какую задачу мы ставим, это чтобы способствовать продвижению тех инвестиционных проектов, которые есть в субъектах Федерации. Поэтому мы приглашаем на презентацию представителей бизнеса, коммерческих структур, банков, иностранных компаний. Очень много, как правило, участников из посольств, торгово-экономических миссий других государств. И я думаю, что сегодня это мероприятие будет вписано как еще одна строчка активной работы всей Мурманской области, руководства, и явится новым шагом для роста экономического потенциала Мурманской области. А торгово-промышленная палата этому будет способствовать. Алексей Михайлович, 75 лет, презентация, почему именно в торгово-промышленной палате? Потому что праздник праздником, а работу никто не отменял. Поэтому мы хотим использовать, во-первых, сам повод, 75 лет Мурманской области. Во-вторых, мы благодарны торгово-промышленной палате за то, что они своим авторитетом, своим историческим местом даже, да, помогают нам презентовать инвестиционные возможности области перед широким кругом бизнес-общественности. Мы сегодня наблюдали, какой интерес был проявлен к двум круглым столам. Уже упоминали, что столы перехлестнули все временные регламенты и выбились из регламентов, что говорит о том, что интерес был проявлен достаточно серьезный. Я считаю, что в Мурманской области на самом деле не хватает вот такого внимания, и поэтому вот то, что мы сегодня организовали свою презентацию в торгово-промышленной палате, это лишний раз подчеркнуло. Поэтому мы еще раз благодарим торгово-промышленную палату за оказанное содействие в нашем празднике. Спасибо. Спасибо.